Мы видим, что все это развитие технологий и науки оставляет нас без работы. У нас появляется много времени у множества людей, которые не знают, что с собой делать, которые не знают, что делать со своей жизнью. Итак, мы готовы выяснить глубину пустого кли, о котором он, когда человек задается вопросом, для чего жить? И Бааль ха-Сулам говорит, нет другого решения, кроме как раскрыть направление. И направление отпробуйте и увидите, как прекрасен Творец. О том, что существует сила творения, которая сотворила нас, которая обустроила всю природу, все создания. И если ее постичь, то можно найти ответ, и ответ четкий, понятный, добрый, вечный, который дает ответ на все, что происходит в этом мире, со всеми вместе и с каждым из нас. И в конечном итоге эта пустота подводит нас к методике, методике раскрытия этой самой высшей силы, раскрытия Творца творением в этом мире. Это и есть наука Каббала.